компа еще слезать. Нет, с компа не надо слезать, потому что все равно идет с моего. Иди сюда, вот возьми, да, конечно, я все настроил. Возьми мои наушники. Мы с него наушники садимся. И кресло возьми. Ну что, ребят, мы возвращаемся с вами в прямой эфир, и возвращаемся мы на этот раз на продолжение турнира 1 на 1. Ко мне присоединяется Гатхан, скажи что-то, Вить. Йоу, привет всем. Да, вот. Я вот опущу его даже Гатхан пониже, чтобы меня получше слышно, и подальше от тебя отъеду, чтобы мы друг к другу не залетали. Чтоб я тебя не бил или что, или ты... Не, ты, ну, ты... не то чтобы я прям... Настолько далеко, ну, чтобы мы друг да, другу не залетали. Не подалеку сядь, да? Я понял. Так вот, ребят, мы сейчас с вами на стадии полуфиналов, и довольно долго ожидали всего этого. Ну, и стоит напомнить, что это уже 1-1 на Артизи СФО. На линах Артизи пошел драться между Т1 и Т2, прям с первых секунд еще до хрипов. Ну, и там ему СФО немного объяснил, что рановато на линах на первых уровнях ловить тычки от Т2. Ну, и решающая третья катка СФ. Эскейпов никаких нет? Но это СФ. Да. То есть... Нет. Ну, для начала, да, это лучший матчап Артизи. Кстати, Артизи в первом раунде играл против D&D. Против D&D и выиграл 2-1. На SF он выиграл D&D. Он выиграл на SF, он выиграл на квапах. Да, проиграл на паках. Да. S4 же выиграл у ISS 2-0, в принципе, шансов. Ну и тут мы понимаем 1-1. Напомню, что во втором полуфинале будет финал, который важен. Мы за него будем очень болеть. Будет играть Рома Резолюшн. Будет против Феррари. Да. Против Феррари. Это, кстати, лютая катка была Феррари против Муши. Да, мы смотрели. Там по крипам одинаково, все прям вплотную. То, что надо. Рубилище, скажем. Ладно, ребят, ну что же, Артизи против S4 одинаковый, понятно. Топак тут какие-то. Там не может быть. Напомню вам, что сегодня закончится на 1, сам гранд-финал турнир. Под вечер, то есть уже... ДП, я думаю, если честно, Ликвид закончит уже на второй карте. Но... Матч 2-0 почему-то есть. Ты за MVP, да, я так понимаю? MVP. Ты за Ликвид? Дима за MVP. Я. Да, я за Ликвид. Ну, я не то чтобы за Ликвид. Это не у Демона день рождения, ну. Ну, ребята, корейцы, мои... не, ну да, твои детки твои, да, и так далее. Я пеленок, с пеленок смотрел за ними, как они с двух сапогов Wanda International добрались-то, да? Ну, в любом случае, конечно, MVP красавцы, но просто они не осилят. Ладно, мы смотрим на Артизи. Пока небольшое преимущество по крипам у Артизи, а на СФ-ах это очень важно, потому что каждый крип — это бонус к атаке, и намного проще добивать следующего крипа. Мы идем 5-2 пока. Ну, выровнялись уже, да? Да, и здесь нету правила, как было это, например, на саммите. На 10-10 минуте Влада, то считается соу. Здесь этого правила нету. Здесь тавер. Влад. Все остальное это бомбит он уже в СФО. Что сильно очень. Проблема, я так понимаю, была с компом каким-то или я что? Не знаю, сначала была проблема в том, что Артизи говорит, у меня большой пинг, потом обнаружилась потеря пакетов, потом он куда-то отошел на 30 минут, а потом он не мог загрузиться минут 40-50. Как-то вот так. Ты сидишь на это смотришь, по кулдауну загрузки, Артизи не загрузился, try again. Тоже Артизи 9-3-6-2 у Густава. У Густава есть тут запасы два крипа, которых он добьет, понятное дело. И давайте смотреть, что там по пакам будет появляться. Ну. Кстати, Артизи очень часто использует стик, постоянно его и... Ну, это правильно, это абсолютно правильно в игре против другого... ВСФ. Ну да, ну 12-3 на данном у Артизи. Ну не сильное различие по крипам на самом деле. Ну да, тут главное не дать, ну не сделать вот эту грубую какую-то ошибку. Как реально... Дэнди. Дэнди на СФ проиграл тем, что он пошел на хайграунд рашить. И я не знаю, как он там не подсчитал. Ему не хватило буквально 2 или 3 единиц маны, чтобы дать еще один койл и выиграть выиграл? Игру. Не, он поднимался на хайграунд, получил 2 кайла от Артизи, дал один взамен и
понимал, что ему не хватает маны, начал отходить хотя бы на рейндж, чтобы дать, когда она накопится. Но Артиз его прикончил уже автоатакой. Дэнди, дэнди. Да, и тут то серьезно так Артурка-то закрывает S4. Насчет сапога, именно с сапогом, за счет сапога Феррари обыграл Муша в третьей катке, потому что Муша, кстати, не угадал руну и поднялся не на ту сторону. Его просто сапогом по спине шел и бил, шел и бил в спину. В то время как Артизи постоянно таскает себе фласки и тангусы, а бузит банку СФ. И мы понимаем, что по полезным артефактам у преимущества в тапок и в сеточку, да, там банка и все. Ну, банка это очень полезно, на самом деле. Если тебе один-два раза повезет с руной, какой-нибудь дабл дэмэдж или регенерейшн заберешь, разменяешься по хп выгодно, либо заставишь на базу идти, либо терпать Артизи на хайграунде, можно там догнать, а с каким даблом или хостой можно и... Ну, вот проблема, да, действительно в том, что сейчас есть 4 в запасе, с 4, если он их подбивает, то, в принципе, сравняется с Артуром, старается, мы видим. Таурана получал. Вот да, 4 не отпускает особо, то есть 3 крипа разница. Ой, ну что это такое? Была ошибка. Да, ну просто у Артизи сейчас действительно, у него нету банки, да, маны нету, да, и это проблема, как бы. То есть банками ты себе ману особо не восстановишь, и... Магусами то же самое. Артизи! Артизи! Далеко пошел Артизи, юзает стики! Сейчас будет далеко. Влад выиграл 54 доллара. Я верил в тебя, Густав! Я верил! Отличная победа от S4. Ну, опять-таки, ошибочное решение было, наверное... Ну, как ошибочное? Это было его решение. Там стик. Наглое решение. Но, как оказалось, банка поперспективнее будет. Мы не спорим, S4, я слышу, там выиграл даже какой-то там турнир, да? Какой-то было, там... было у него дело там. Один. Не, не один. Ну, один маленький. Ну, недавно, я имею в виду, из недавних турниров он какой-то там один затащил, такой не...